Вот так в течение дня военнослужащие 111-й гвардейской артиллерийской бригады осуществляли погрузку и укрепление боевой техники на железнодорожные платформы. Брестские артиллеристы готовятся к участию в лагерном сборе ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования. На месте проведения полигоне Осиповичи будут выполняться огневые задачи с закрытых позиций, а также нанесение ракетных ударов реактивным артиллерийским дивизионам. Всего от бригады участвует около 200 военнослужащих и около 50 единиц техники. Техника как боевая, то есть боевые машины «Ураган», самоходные артиллерийские установки 2С5 «Гиацинт» и тяжелые гаубицы 2А65 МСТ-Б. Так и много единиц техники обеспечения. Все виды этой грозной техники будут использованы в ходе проведения лагерного сбора ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования и выполнять учебно-боевые задачи. Учения такого масштаба будут первыми в жизни новобранцев, в том числе и для военнослужащего срочной службы Александра Карповича. Опыта не было, впервые участвую в таком мероприятии, происходит погрузка техники и будет совершаться отправка на полигон. До этого я просто проходил службу в Печах, 72-й объединенный учебный центр. Поэтому на полигоне еще ни разу не был. Весело, интересно. Работы много. Но, в принципе, не тяжело. Военнослужащим 111-й гвардейской артиллерийской бригады предстоит на протяжении месяца жить и учиться не только в сложных тактических условиях, но и погодных. Зима в этом году настоящая, что позволит максимально приблизить обстановку к боевой. А потому проверка артиллеристов на прочность будет серьезная. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.